Подведены выники открытых республиканских спаборництв по трехборье на пьедестале Могилевчанки. Так, у спаборництв узроню складанности «Одна зорка» Марина Иванова заняла первое место, а Алена Теляпушкина стала уладальницей бронзового медалю. У межах особного залика у спаборництвах «Легкий класс» узроню складанности «Одна зорка» поудельничали спортсмены на конях от 5 годов, а так само конники, которые на протягу опошних 2 годов не удельничали у программах больше высокого узроню. В этом виде программа Татьяны Барановой взяла так само бронзу.